Да, Дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и мы играем в игру интересную про мальчика, который очутился на планете. А новый день, мне предстоит много работы. Во-первых, надо собрать немного ягод с кустов у озера. Новое задание, сорвите 2 ягоды с кустов озера. Хорошо. Так, ищем. Ищем, где у нас вообще это озеро находится. Так, управление, посмотрим. А, вот и озеро, смотри. Это озеро вообще или нет? Нет, это какой-то водопад, это не озеро. А, вон, смотри, стрелочками показывают, куда идти. А, типа вот это, что ли, ягоды? А ну-ка, потрясти. Так, что, потряс? Так, давай, собирай. Так, есть одна ягодка. Это что получается? Через 3 минутки новые будут желуди? Нарисованы желуди. Опять потрясти. Так, собираем. А мне удалось собрать немного. Я вернусь сюда еще раз. Хорошо. Так, а что, смотри. На планету летит какой-то космический корабль. Девчонка какая-то. А межзвездный патруль говорит, Мун, я на разведзадании. Что это за, еще за Мун, девочка? Я нахожусь на старой крошечной планете. Я никогда не видела ничего подобного. Она кажется необитаемой. Так, где эта девчонка? Подожди. Стрелочка какая-то серая. Давай по серой стрелочке пойдем. Ага, грядки какие-то. А, вот, палатка. А где... А, вот, смотри, девчонка, вот она. Вот она, девчонка. Эй, привет, здравствуйте. Здравствуйте. Я тебя не заметила, не знала, что здесь кто-то живет. А я живу здесь один. Меня зовут Арко. Я Мун, разведчик межзвездного патруля. Я впервые на этой планете. Она называется Дейленд. Дейленд? На радаре ее нет и никогда не было. Она будто бы появилась из ниоткуда. А я вижу, а тебе удалось тут обустроиться, ты деловой. Не сомневаюсь, что ты сделаешь Дейленд очень приятным местом для жизни. Я помогу тебе. Во-первых, нужно посадить что-то, из чего вырастет еда, если ты не хочешь помереть от голода. Хорошая идея. Мне удалось, а мне уже надоело есть дикие ягоды. Послушай, я покажу тебе, как сделать мотыгу. Возвращайся, когда закончишь. Вы добыли новый рецепт. Мотыга. Новое задание. Сделайте мотыгу для обработки почвы, а затем поговорите с Мун снова. Слушай, это все хорошо, конечно. Ага. А как мне эту мотыгу сделать? Может быть, в домик зайти? Так, войдем в домик. И в доме есть всякие инструменты. Смотри, мы можем спать, мы можем сделать кузницу. В кузнице производятся инструменты и утварь. Вот у нас мотыга есть. Для этого нам нужно камень и дерево. Создать мотыгу. Так, и что, я создал ее? Так, все хорошо. Закрываем. Так, поспите пару часов. Зачем мне спать? Ну, давай попробуем поспим. Что произойдет? Так. Мальчишка спит. Так, все, поспал, да? Хорошо. Так, возвращаемся к девочке. Так, ага, привет. Hey! У тебя еще предыдущая задача не выполнена. В смысле? В смысле? Какая задача? Алло. Я же мотыгу сделал или нет? А я сделал вообще мотыгу или не сделал? Так, в рюкзаке у меня запасы еды. Так. Тут, короче, прикол. Мышка... А, тут и мышка, в принципе, работает. Так, войти.
Кузница. Ну и дальше что? Вот, мотыга. А, СП. Типа, создать надо было. Я ее не создал. Так, теперь создал, да? Теперь что? Подожди, давай посмотрим рюкзак. А, нет, в рюкзаке у меня только этот самый. Вот что, мышкой надо. Так, параметры. Здоровье, энергия, опыт. Голод еще есть. Смотри, видишь, у него. И здоровье еще есть. Материалы. Семя елки. Это семечко елки. Посадишь, будет елка. Ну, понятно. Запас еды. Ежевика. Ягоды, растущие на диких кустах, посадите, чтобы вырастить новые кусты. Или просто съешьте. Ага, давай посадим потом куда-нибудь. Пока не будем съедать. Сейчас дойдем до нее. Еще подойдем. Поговорим. Мун, я съел мотыгу. Наконец-таки. Отлично. Я вижу, руки у тебя растут откуда надо. Земля выглядит плодородной, а ближе к равнине, возле твоей палатки. Вот, посадите семена там. Большое спасибо, я скоро вернусь. Новое задание. Засадите пулю морковкой с помощью мотыги. Спасибо. Так, возвращаемся. Вот наша палатка. А вот наши поля. Засадить морковкой. Теперь я могу использовать мотыгу, чтобы сажать семена на планете. Отлично. Нужно найти место возле воды, чтобы посадить два семечка елки. Новое задание. Используйте мотыгу, чтобы посадить два семечка елки недалеко от водоема. Хорошо. Так, ну у меня же тут еще есть место. А чтобы обрабатывать больше земли, нужен еще один колодец. Да, елки-палки. Ну ладно, давай елку посадим. Возле воды, а вон смотри, елка растет. Это же елка. Ну давай здесь и посадим. Елка. Ну давай. А, ведь красная. Она должна загореться синеньким или зелененьким. А, нужно поближе к источнику воды. А где тут источник воды? Сейчас, подожди. Ну давай побегаем, сейчас поищем воду. Главное, кругами не бегать. Офигеть. Фига, остров какой большой. А, подожди. Вот здесь. Вот здесь мы и посадим. А, ты тут даже рядышком стоишь. Вот я сюда елочку посажу. Подожди, знаешь куда? Вот здесь. Есть. Теперь садим. Е посадить. А, мы еще одну можем посадить. Ну давай сюда. Отличная работа. Теперь мне нужно только подождать, пока деревья вырастут, чтобы получить больше семян. Хорошо, хорошо. А мы можем еще посадить? Давай еще посадим. Почему нет? А, у меня одна еще елочка есть. Да, давай. Вот сюда посадим ее. Возле водички. Есть. Так, ну все. А, у нас ежевика еще. Давай ежевику еще посадим. Только в какое место? Ну давай сюда ее посадим. Нормально. Все, готово, ежевичка. Так, ну что, идем к ней, разговариваем. Я посадил семена, теперь мне нужно только подождать, пока наш урожай вырастет. Колодец готов. На огороде можно вырастить много овощей, которые помогут избежать голода. Мун, я хотел бы узнать, как делать вещи. Конечно, в таком случае тебе будет полезно иметь свой молоток. Он пригодится и для дробления камней. Я расскажу, как это сделать. Продолжай. Я буду следовать твоим инструкциям. Вы добыли новый рецепт, молоток. Новое задание. Сделайте молоток. Да, без проблем. Так, а делать у нас получается в домике все это делать. Да? Так, давай, кузница. Молоток. Молоток. Создать. Один камень, одно дерево. Создаем. Есть, готово. Есть молоток. Сейчас подойдем к ней.
Эй, Мон, теперь у меня есть молоток. Ух ты, дерево выросло, смотри. Отличная работа. Со временем ты будешь развивать навык строительства. Я покажу тебе, как развести костер. Это очень легко. Вы открыли новое сооружение, костер. Ага, но мне не хватает дерева. И правда, у меня дерева тоже не осталось. Ладно, похоже, нам просто придется срубить пару деревьев. Вы добыли новый рецепт, топор. Новое задание, сделайте топор. Хорошо. Так, не, кузница. Топор. А, не хватает камня, слушай. Камня не хватает. А, значит, мне нужно добыть камень. Вот, смотри, камень. Ух ты, все. А ну вот еще, смотри, камень разбить. Есть. Так, ну теперь я могу сделать топор. Вот, создаем топор. Все, у меня теперь топор есть, пойдем поговорим. Мон, у меня есть топор. Отлично. Но помни, старайся сохранять баланс между деревьями, которые ты выращиваешь, и теми, которые рубишь. Вот, возьми еще немного семян. Спасибо. Я сделаю костер. Он поможет согреться холодными ночами. Теперь ты можешь добывать материалы. Используй молоток, чтобы получить камни, и топор для древесины. Я справлюсь. Новое задание. Устройте костер. Так, для этого нужно мне срубить пару деревьев. Где-то я видел деревья. А ну-ка, где, подожди. Где-то я видел деревья, я сейчас не знаю, где. А, вот, вот деревья, слушай. Давай их срубим. Рубить. Есть, готово. Так, рубим. Отлично. Так, два дерева у нас, да? И вот это еще большое дерево. А, смотри, оно даст мне какую-то семечку, что ли, через 3 минуты. Пока не будем рубить, ладно. Разобьем лучше мы вот этот камень. Есть. А мы сейчас вот эти все камушки соберем. Ура, в камне нашлась руда. Какая еще руда? Костер, давай подойдем к ней и спросим, что... Эй, у тебя еще предыдущая задача не выполнена? А, костерчик сделать? Сейчас сделаем костер, подожди. Это идем еще в дом, получается. А здесь ничего нету. Так, подожди. А ну подожди-ка. А как сделать костер? У меня буковка есть. Построить. Смотри, есть костер. Давай, строим костер. Нажмите SP, чтобы подтвердить, где вы будете костер делать. А ну давай прямо вот здесь, перед домом. Есть. Зажечь. А, готово. Надо зажечь его. Так, так зажигай. Вы накопили достаточно опыта, чтобы поднять уровень. Идите домой и поспите. А как зажечь его? Ага, вот SP зажечь. Так, ладно. Пошли домой и поспим. Угу. Надо немножко отдохнуть, поспать. Поэтому сейчас быстренько поспим. Так, мы вышли на уровень. И нам предлагают либо увеличить ловкость, значит, или увеличить здоровье. Ну давай сделаем, давай здоровье сделаем. Хорошо. Дальше, а дальше мы сейчас зажжем костер. У вас слишком мало дров, надо еще, короче, дерево. Ладно. Слушай, она же мне давала семечко. Вот здесь дерево, оно тут показывало, что через одну минутку желудь будет. Так что давай подождем немножечко. Посадим. Мы же можем посадить еще дерево. А где у нас эта вода, которую где-то можно посадить? Сейчас посмотрим водичку. А, тут еще вот это дерево, смотри, выросло. Нифига себе. Сейчас мы сюда еще посадим. Посадить. А как садить? Я уже забыл.
А, вот, посадить. Так, вот семечку. Сейчас посадим. Вот, отлично, сюда мы посадим еще дерево. Отлично, отлично, ждем. А вот это дерево мы срубим. Все, дерево мы срубили. Разожжем костер. Ой, в смысле, подожди, уничтожить? Нет. Зачем уничтожить? Зажечь, конечно. Так. Круто, как тепло. Хорошо посидеть рядом с огнем. Чтобы перенести огонь в другое место, используй факел. Но будь осторожен, огонь может быть очень разрушительным. Да, огонь опасен, я запомню. Вы добыли новый рецепт, факел. Давай исследовать планету. Я хочу посмотреть, есть ли тут что-нибудь интересное. На холме есть какое-то сооружение. Пойдем, я покажу тебе. Возьмите Мун и исследуйте сооружение на холме. Пошли, Лун. Мун, то есть, господи, Мун. Мун, Лун. Так, идем куда? Куда идем? Вперед. Вот это сооружение, вот это что ли сооружение на холме? Чуть, я чуть, а вот да, вот это. Вот. Секундочку. Думаю, что там он. Давай, думай. По моим данным, это древний алтарь. Алтарь? Кристаллический алтарь? Чу себе. Когда я вернусь на базу, я поищу дополнительную информацию. Смотри, Мун, мой кулон начал светиться по-другому. Монстры к бою. Новое задание. Победите монстров. Каких еще монстров? Подожди. Так, а ну-ка. Тут еще монстры, что ли? О, сейчас мы немножко добудем. Камень. Ура, в камне нашлась руда. Это ты мне постоянно хочешь так говорить? Офигеть. Смотри, какой камень огромный, я его все разбить не могу. Это все, конечно, хорошо. А где монстры? Так, грибочек собрал. Вон еще старый грибочек. А, вон, смотри, монстр. Нифига, давай. Бей его. О, есть. Два удара молотком и готов монстр. А где еще монстры? Блин, тут видишь, какая игра. Я думал, тут мирная такая игрушка будет, а тут еще монстры какие-то. Вот это монстр, да? Есть. Фига, нас бластера стреляет. Есть, готово. Какая-то сумка. Где еще монстры? А, вон, смотри, вот здесь по периметру, вперед. Сейчас мы сейчас пробежимся немножечко. Тут, вот монстр, смотри, монстр. Ах ты гад, он меня что, укусил, что ли? Есть. Уф. Неплохо. Возможно, однажды я смогу взять тебя на другие приключения. Я бы с радостью, Мун. Мне пора улетать, а с тобой было приятно встретиться. Спасибо. Ты вернешься? Конечно. Тем временем присматривай за Дейлендом и защищай его от монстров. Конечно. Молодец. До встречи, Арко. Все, девочка улетела. Улетела на корабле. А где корабль? Вон корабль. Все, она улетела. Я остался один, но у меня есть костер, который горит. Так, что тут? Подожди. Улучшить. Так, морковка пока еще растет, я так понял. Так, здесь мы сейчас это разобьем, камень. Ура, в камне нашлась руда. Отлично. Вы открыли новое сооружение, колодец. Скоро начнется дождь. Дождевая вода помогает деревьям и посевам расти и приносить плоды быстрее. Если построить колодец, можно будет накапливать и дождевую воду для засушливых дней.
давай построим колодец. А вот у нас колодец, колодец. Построить. А куда мы его поставим? Я думаю, возле домика. Вот сюда. Вот, отлично. Колодец готов. Так, и как набирать воду? А, СП наполнить. А вы добыли новый рецепт ведро. Ой, нужно сделать ведро, иначе я не смогу достать воду из колодца. Так, давай-ка. Посадить. А, вот, смотри. А, построить. У нас же постройка здесь происходит, в домике. Так, кузница. И выбираем ведро. Дерева не хватает. Ладно, хорошо. Дерево так дерево. Ой, ищем дерево. Вот у нас деревья, кстати, выросли. Давай вот это дерево мы сейчас рубим. Так, грибочек возьмем. Не знаю для чего, может быть, потом я его буду есть. Так, а у нас какой-то даст. Подожди, что это такое было? О, что это такое? Нажми R, чтобы выбрать место для посадки. R, пожалуйста. Место для посадки. Давай сюда, мы тебя посадим, слушай, друг. Ой, нет, подожди, сюда давай. Кто это такой вообще? Космический корабль какой-то. О, музыка. О, чувак какой-то, смотри. Красивая планета. Здравствуйте, а вы кто? Здравствуй, молодой человек. Я Лок, волшебник, торгующий зельями. Волшебник? Да, к сожалению, люди не могут использовать волшебство напрямую. Поэтому мы налаживаем контакт с сущностью магии, которую мы держим в зелье. Это моя специальность, и, конечно, старые книги и легенды. Мне очень нравятся эти цветные бутылки. Ты можешь смотреть, но руками ничего не трогать, если не собираешься что-то покупать, конечно. У меня нет денег. Неважно, я уверен, что на этой планете есть интересные вещи. Принеси мне все, что тебе не нужно. Посмотрим, у меня есть кое-что в сумке. Новое задание, поторгуйте с волшебником Локки. Так, ну давай, продадим ему что-нибудь. О, так, что у меня есть ненужное? У меня вот эти вот есть слизни. Лайма слизь. Давай мы его продадим. Есть. Продать. Хорошо, мальчик. У меня есть для тебя работа. Как видишь, мне нравится украшать мой космический шар красивыми драпировками. Поэтому я обычно покупаю новые образцы материи в каждом месте, которое я посещаю. Качество материи в значительной степени зависит от используемого хлопка. Я дам тебе семена, а взамен, надеюсь, ты сможешь предоставить мне качественный отрез ткани. О, большое спасибо. Я тебя не подведу, дядюшка Лок. Вы добыли новый рецепт ткани. Новое задание. Ткань. Готовьте ткань для дядюшки Лока. Хорошо, дядюшка Лок. Так, семена он дал. Семена можешь сюда посадить. Так, что? А, вот, у нас хлопок есть, смотри, видишь? Хлопок садим. Так, и у меня, кажется, знаешь, что было? Мне кажется, в этом месте можно тоже посадить. А, нужен еще один колодец. Да в смысле? Еще два колодца? Хорошо. Сейчас мы сделаем еще один колодец. Кузница. Ага, подожди, а как я делал колодцы? Я не помню. Нет, наверное, не в кузнице я делал колодцы. Ладно, давай поспим. Угу. Сейчас наберемся энергии, поспим немножечко. И, наверное, на этом будем заканчивать серию. Он еще и кушать хочет, смотри. Ну давай быстренько сейчас пойдем. Соберем ягоду. Да ё-моё, сколько ж секунд. Я уже тут, наверное, минут 20 играю. А тут еще до сих пор ничего не выросло. 4 секунды. Ну, сейчас подождем. Так, сейчас, подожди. Вот. А как теперь собрать тебя? А, вот, потрясти. Так, Локи уехал. А теперь мы съедим.
Давай попробуем съесть. Нажимаем инвентарь наш. О, у нас даже хлеб есть. Прикольно. Так, все, ежевика съесть. Вот, все отлично. А у нас же там еще типа грибов еще было. А ну-ка, запасы еды. Хлеб. Еда из пшеницы можно съесть просто так или использовать в приготовлении других блюд. Ну давай так съедим. Неподалеку противник, ему не поздоровится. Подожди, в смысле, какой противник? Алло. Что случилось-то? Так ты это... Ты возьми этот какой-нибудь... Топор хотя бы возьми, бить его будешь. Где противник? В каком месте? А, вот он. Гад, а ну давай. На тебя, гад. Так. Слушай, топором этот, давай этот возьмем, этот молоток. Молотком лучше бьется. О, а хотя, в принципе, одинаково. Противника, гады. Так, слизни мы сейчас соберем. Ай, а куда исчез? Мешочек здесь был, слушай, даже был мешочек. Он исчез, так что мешочки надо сразу собирать. Сейчас разобьем вот эти вот все вещи. Я не помню, как я сделал колодец. Так, ну давай рубить. Что-то зерна что-то долго. Что-то долго семечки будут. Будем ждать. Ну а здесь сколько? Сколько ждать семечек? 36 секунд. А одну минуту. А здесь сколько? 2 минуты. О! Что-то нашел. Так, мухоморы не знаю, зачем он берет. Это вообще реально этот разбить камень или нет? Мне интересно. Или он вообще неразбиваемый? Сейчас попробуем побьем немножечко. Нет, он походу вообще неразбиваемый камень. Тратится у него... У него энергия тратится у мальчика. Ура, в камне нашлась руда, наконец-то. Да, это неуничтожаемый камень, короче. А вот эти, да. Эти камни уничтожаются. 26 секунд осталось у меня. Оба. Это что такое? Алло. Что это за инопланетянин? А ну. Прилетел. Ну ладно, пусть стоит. Он мне не мешает. О, потрясти, смотри. Выпала семечка. Одна. Одна семечка. Так, рубить. А зачем рубить? Подожди, а тут когда... А, вот, смотри, семечка. Смотри, потрясти. Куда она упала? А, нифига она упала. Вон аж где, смотри. Блин, она так упала, что я ее не могу... Достать, что ли? Подожди. Нет, смотри, вот семечка куда застряла. Ладно, давай рубить. Ну, потому что я... Знаешь, почему срубил? Потому что там невозможно семечку достать. Порыбачить. Смотри, мы можем порыбачить. Попробуем. А, люблю рыбачить, но сперва надо сделать удочку. Ладно. Давай посадим тогда дерево. Угу, вот. Вот, посадить. Е. А, и давай вот это, значит, получается. Вот здесь посадим. А ну, как далеко можно ее садить? А, здесь уже нельзя. Да, к сожалению. Ну, вот здесь посадим. Давай. Есть. Так, еще посадить. Мы сейчас везде елочки посадим. У меня еще одна семечка есть. Так, и вот в этом райончике где-то посадим еще.
одну елочку вот сюда. Есть. Все, три дерева. А, подожди, что-то я забыл, как этот самый, как нам этот самый колодец построить. А, может быть, вот так вот построить и здесь выбрать колодец? Точно. Вот колодец. Колодцы сохраняют дождевую воду. Чтобы сажать деревья и прочие растения, нужен колодец. Радиус действия 5 метров. А, вот даже как. Ну давай мы его сюда построим, поставим. В этом месте. И в этом месте я могу, в принципе, еще что-нибудь посадить. Так, ну, посмотрим, подожди, сейчас это, вот здесь сейчас посадим, конечно. Так, зачем мне улучшить? Подожди. Опять противник, да, конечно. Сколько у вас там? Мне надо посадить. Вот здесь посадим хлопок. Ага. Ага. Сил нет больше. Нужно отдохнуть и восстановить энергию. Ладно. Давай, иди спать тогда. Не время отдыхать. Потому что здесь какой-то гад. Где-то. А, подожди, вот он сзади где-то здесь. Есть какой-то гад. Вот он. На тебе. Да сколько ваши, сколько этих слизней тут, а? Это плохо, что здесь слизни. Так, ну все, больше нету, да, никого? Так, он просил отдыхать. Ну, пусть отдыхает тогда. Сейчас разобьем эту канитель. А, сил больше нет. Ну, давай, ложись спать, конечно же. Спать. Ну, и на этом мы будем заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Да-ду-да-ду-да. Да-ду-да-плей. Ду-да-плей.